I see it now in my head, like a photograph under my bed. And the lights were out, so the mood was set. We said those words, I never saw it coming. Caught me by surprise, I swore you were the one when I looked into your eyes. Yeah, I was never gonna leave ya, leave ya. Пришли к тому, чем занимаетесь. Здравствуй, Мелани. О том, чем я занимаюсь, я мечтала с самого своего детства. И я шила сама, как умела. Когда я родила свою прекрасную дочечку, мне захотелось ей что-то для нее такое сделать, своими руками пошить какое-то прекрасное платье. Меня настолько увлек этот процесс, я обучилась швейному делу. И так вот зародился мой бренд Лоли Бренд. Какие планы на ближайшее будущее? Хочу выучить процесс конструирования платья. Мне это очень интересно. Открыть, конечно же, свой магазин, расширить ассортимент, делать наряды для мамочек. А с какими трудностями сталкивались? Очень сложно найти таких же людей, вот, которые бы горели делом своим, таких же увлеченных. Я верю в то, что я найду, и тогда... Что именно вдохновляет вас на развитие бренда Candy Kit? Привет, Мелани. Меня вдохновляют детки. Я очень много работаю с детками. Помимо того, что я создаю свои коллекции, у меня проходят также показы. Детки очень любят короны. И логотип моего бренда — это также розовая корона, которая вскоре будет представлена в новой коллекции. Знаю, вы уже сотрудничали с продюсерским центром Indigo до этого. Что вам больше всего понравилось? Очень понравилась организация. Мы работали с вами в Садах Победы. Это было очень красиво, было очень много коллекций. Также мне очень понравилось, и всем моим знакомым, это ваша группа, которая называется Indigo Kids. Расскажите о своей летней коллекции. Сегодня совместно с вашим продюсерским центром Indigo мы представили свою новую летнюю коллекцию, которая называется Royal Ombre. Фишка этой новой коллекции является наша корона. Что касается новых платьев, это платье эксклюзивное. Конечно же, на лето мы использовали самые яркие цвета для того, чтобы появилось легкое, воздушное, красивое настроение. Вот, например, тебе понравилось наше платье? Да, очень нравится ваше платье. Спасибо за вашу коллекцию.